Новый стадион, новые победы. В Краскове приступили к реконструкции «Электрона». О том, какие строительные работы ведутся на площадке, узнала Айтар Чирагова. Демонтаж старого покрытия на футбольном поле – первый этап реконструкции. После подготовительных работ здесь будет проложен искусственный газон. Сейчас происходит отсыпка, опять же, футбольного поля, равнение. Вот это основные работы, которые будут продолжаться в течение там, ближайшего месяца. Очень часто обращались к нам жители и Краскова, и городского округа о том, что им необходимо для занятий как раз бегом более комфортные условия. Поэтому на стадионе будут две беговые дорожки. Поболеть за любимую футбольную команду смогут еще больше людей. Количество зрительных мест на трибунах увеличат до 500. Для спортсменов установят уличные раздевалки. А вот еще универсальная спортивная площадка. Здесь единственное, что местами применяют. На универсальной площадке установят баскетбольные кольца и волейбольную сетку. В рамках реконструкции стадиона откроют пространство для выполнения нормативов ГТО. Работы планируют завершить к середине сентября. Конечно, мы к открытию подготовим, будут спортивные мероприятия, они будут зрелищные, потому что, ну, все-таки наши люди, они спортивные, ну, и интересно и посмотреть, и поболеть, и поучаствовать. Поэтому, я думаю, мы такой сделаем Краскова спортивный праздник, когда будет открытие. Реконструкция стадиона «Электрон» проводится в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.